Анастасия Сергеевна. Костя, доброе утро. Меня караулите? Вас? Кофе тоже вас караулит. Ого, спасибо. А выпьем по дороге и обсудим заодно дела. Может, в машине обсудим? Так нам до отделения, 2 минуты пешком идти. Прокатимся, я поделюсь новыми догадками. Вы сегодня такой загадочный. Не Эдгара ли Пова читали перед сном? Его тоже. Что у вас так глаз горит? Хорошие новости? Удалось выяснить, где Богданов кредит брал? Да нет, там ничего. Но есть новости получше. Магазин сгорел. Действительно, куда уж лучше. Что за магазин? Где Богданов работал со спортивным питанием. Скажете, совпадение? Нет. А что говорят? Поджог? Отчеты будут чуть позже, но я попросил пожарных экспертов, чтобы пораньше прислали. Но это точно не проводка. Свидетели видели, что витрина горела. Так там же вроде кроме пальмы ничего не было. Так эта пальма и загорелась. Пожарники подтвердили, что очаг возгорания был именно на витрине. И никаких следов бензина или других катализаторов. Нужно будет связаться с хозяином. Так я к нему и еду. Кажется, рано мы успокоились с темой кредитов. Надо было проверить соседей Богданова. Если они брали кредиты... Никто то... из них не брал, кроме одной женщины, которая утверждает, что брала сама и купила холодильник. Кость, вы молодец. Вообще, конечно, эта версия не ахти, но пробить ее было нужно хотя бы до успокоения совести. Почему не ахти? Потому что если Богданов брал кредит, у него уже были деньги. Он мог расплатиться с гримершей и купить велик. Вообще, да. Он ведь только ждал, что они у него появятся. Получить наверняка не успел. Какой подъезд? Дом 25, подъезд 3. Нам туда. Угу. О, а вот и он. Здравствуйте. Это вы опять? Да, это опять я, а это младший лейтенант Ладашкин. Мы слышали о вашем несчастье. А у вас есть какие-то предположения по поводу причины возгорания? Так вы насчет пожара пришли? Вчера вроде правительку спрашивали. А вас не смущает, что два таких печальных события произошли одно с другим? Да. Чего-то мне мощный не прет. Хотя Витьке знамо дело хуже. Так что там у вас могло загореться? Да черт его знает. Пожарные говорят, пальма. А чего ей гореть? Я же ее водой поливал, а не бензином. Может, это поджог? У вас есть враги, конкуренты? Да какие конкуренты? Я тут один на районе с таким товаром. Кому я нужен вообще? Ну, а теперь вообще никому. А страховка у вас была? На помещение страховка была. Я его арендовал. Но самое главное, товар... Ну что, прям все сгорело? Не знаю. Пожарные меня пока туда не пускают, но говорят, что да, прям все. И на складе. Ладно, у вас, если какие-то мысли появятся, дайте нам, пожалуйста, знать. Спасибо. Всего доброго. Вам не показалось, что он как-то странно на нас смотрел? Как будто боялся чего-то. А он мог сам поджечь ради страховки? Надо проверить, была ли страховка на товар. Но если все, что он говорит, правда, то поджигать магазин у него не было совершенно никаких причин. И нельзя забывать о том, что Богданов злился на него из-за денег. А возможно, и не он один. Намекаете на второго продавца? Очень может быть. Прислали заключение о пожаре. Можно?
Так, очаг возгорания. В грунте пальмы были обнаружены частицы... чего? Ничего, а что? Нет, именно чего? Белого фосфора. Не понял. Я думаю, что хозяин мог отравить Богданова фосфором, который стал причиной возгорания. Быстро назад. Квартира? 37. Угу. А вы куда приедете? А, в 37-ю, а что? К Семену, что ли? Так опоздали, он умотал куда-то. Когда он успел? Мы только что с ним говорили. Да вот минут назад сел в такси и тю-тю. Угу. Как будто за ним черти гнались. Так, Ладашкин, план перехват, быстро. Внимание всем постам. Объявлен план перехват. В розыске желтое такси следует от адреса Винокурова 6. Нашли. Ведем по камерам. Такси остановилось на площади 3 вокзалов. Взяли, пакуем. Спасибо, ребят, всем отбой. Клиента везем в отделение. Товарищ капитан, разрешите? Заводите. Проходи. Задержанный доставлен. Присаживайтесь. Спасибо. Угу. С паровоза сняли. А мы уж тут все с ног сбились. Все думаем, гадаем, где вы да как. Я не знал, что я не выездной. Спешили куда-то? У меня родня в Минске. Скучают. Да? А мы подумали, может быть, вы испугались чего-то. И решили, знаете, от греха подальше. Да нет у меня никаких грехов. После пожара у вас в магазине кое-что нашли. И это может сделать из вас не только невыездного. Не понимаю, о чем вы. Знаете, преступники часто ошибочно полагают, что во время пожара исчезают все улики. Но это крайне редко оказывается так. Я не знаю, что вы там могли найти. Только это не мое. Дежурный! Проводите, пожалуйста, в камеру. Будем запрашивать постановление на арест за непредумышленное убийство. Проводим. Виктора Богданова. Подождите! Подождите! Какое еще убийство? Но ребята попросили подержать кое-что на складе. Ребята, значит? Да. Тогда пойдете как соучастник. Человек погиб, а вы тут дурака валяете. Да не убивал я! Контрабанда, может, и была. Но я никого не убивал. Про контрабанду в деталях. Но бывает. Владельцы берут на реализацию нерастаможенный товар. Но все так делают, чтобы хоть как-то в плюс выйти. Но то, что вы могли найти на складе, это не мое. Хорошо, это мы выясним. А откуда вы брали белый фосфор? Какой еще белый фосфор? У вас в магазине в дверях стояла пальма. И в ее грунте были обнаружены его частицы. Откуда? Да я вообще к этой пальме никогда не прикасался. Вы не замечали ничего необычного в день пожара? Нет, вряд ли. Может, какой-то запах необычный. Вспомните, пожалуйста, детально момент закрытия магазина. Ну, да как обычно. Поставил на сигналку, отключил кондей, свет, запер дверь и уехал. Ясно. А, и еще. Кажется, чесноком воняло. Когда я уходил, показалось вроде. Так. Составьте, пожалуйста, список всех, кто посещал вчера магазин. Да, да как же, я их всех упомню. Но вы же не хотите стать невыездным, правда? Дежурный! Вспоминайте, вспоминайте. Очевидно, хозяин магазина понятия не имел, что такое белый фосфор. И он не знал, что фосфор был у него в катке. Так может, Богданов его туда подложил? Тогда магазин загорелся бы раньше. А хозяин обнаружил запах чеснока только в конце дня. Тогда я была там, запаха тоже еще не было. Что это значит? Я полагаю, что у Богданова был сообщник. И когда Виктор умер, он испугался и подбросил улики в магазин, чтобы отвести себя подозрения. Кто же это мог быть? Сомов? Гримерш? А что, если тренер? Пока у нас нет никаких причин их подозревать. Но у меня есть другая версия. А что-то упустили?
Нет, я думаю, мы просто отвлеклись. И сейчас нам нужно понять, зачем он наряжался от бабушек. Поехали. Да, 5 человек из этого списка есть в нашей базе. Угу. Распечатайте даты и время, когда все эти люди брали книги. Хорошо. Вы прям как в воду глядели. Только в очень мутную. Я совершенно не понимаю, зачем Богданову все это понадобилось. А сколько времени нужно на то, чтобы получить книжку? Ну, если заказ сделан по интернету, то в течение нескольких минут. Так, а если без интернета, если здесь, прямо на месте? Ну, тогда, конечно, процесс затягивается, потому что хранилище большое. 2, 3, 4 часа. Угу. Да, вот, кстати, даты выдачи книг. Спасибо. Я думаю, что Богданов приходил сюда, чтобы с кем-то встречаться. Вообще, да. Времени на это было. Место подходящее. Угу. Думаете, он шпион? Не знаю, но такое предположение у меня было. Только на Джеймса Бонда он что-то не тянет. Однако мы должны проверить все версии, потому что основного сожаления пока нет. С чего начнем? Я думаю, вы проверяете список... какие книги брал Богданов во всех обличьях, в своем и в чужих. А я пока пойду и запись посмотрю. Мотайте примерно на 12:30. Так, стоп. Ага, эта бабушка есть. Смотрим дальше. Жан-Луи Мальбир. Практикум по черной магии. Шприцевание резиновых смесей. Панич. 68-й год. 22-е число, 18:44. Угу. Сколько она просидела? Минут 15. Да, неусидчивая бабушка. Ну, так может, она нашла сразу, что хотела? Может. Ладно, идем дальше. 27-е число, 16:32. Фразеология бурятского языка? А что, в бурятском языке богатая фразеология? Возможно. А вот и сам Богданов. И ведь всегда садился на одно и то же место. Ну, с этой камеры не особо видно, что он там делал. Обычно вторая камера была подключена вдоль ряда. Вот там все видно было. Давайте ее посмотрим. Я же говорю, обычно. После реконструкции не все камеры успели подключить. То есть Богданов мог быть в курсе, что боковая камера его не фиксирует, так? Ну, чисто теоретически, по неподключенным проводам мог догадываться. Угу. Сидит, как статуя. Минут примерно 10. С ума сойти, как все технично. Все? Думаю, да. Ни с кем не общался. Ничего не ел. В общем, эта версия в корзину. Спасибо за сотрудничество. Всего вам доброго. До свидания. Ну и вот, а ремонта почти нету. Ну и название. Не знала, что в Ленинке такое бывает. А вы что думаете про список? Сначала было много версий, но после появления шприцевания резиновых смесей осталось только 2. Надо же, интересно. А у меня вообще ни одной нет. А главное, я совершенно не понимаю, почему он все время садился за один и тот же стол. Может, там кто известный сидел? Да, может. А может, нам пойти перекусить? Ну, чтобы думалось лучше, 17. А? Точно. Простите, Анастасия Сергеевна, я сейчас не могу. Почему? Что-то случилось? Мне нужно кое-что обдумать. Мне кажется, что разгадка где-то рядом. Мы просто ее упускаем. Привет. Неожиданно. Привет. Будут для меня новые задания. Может быть, достать билеты в цирк? Возьмем клоуна-рецидивиста. Клоуны подождут. Где заказ мой? Давай. Прошу. Я же всего лишь для тебя курьер.
Ну перестань, Леш, какой ты курьер? Кстати, а почему настоящего не прислал, как обычно? Я не хотела тебя от работы отрывать. А я не хотел упускать возможность тебя повидать и накормить. Господи, какие же они вкусные, это невозможно. Да. Что туда добавляешь, а? Товарищ начальник, вы меня в чем-то подозреваете? Хм, наркотиков там нет. А я сами как наркотик у тебя. Что-то не так? Нет, все так. Все хорошо, я пойду, мне пора. Ладно, спасибо. Настя, постой. Если ты подумала, что в пирожках у меня там... Нет, нет, ты что? Ничего я такого не подумала. Если бы там что-то было подозрительно, я бы есть не стала. Все в порядке. Угу. Ну, если тебе не понравился запах, то... А, так это укроп. Укроп, мы его всегда добавляем. Мне очень понравился запах, правда. А ты подумала, что я для экспертизы их понесу, испугался, да? Я? Нет. О чем мне пугаться? Так что-то случилось, да? Я просто подумала про начинку, что можно же начинить все что угодно и чем угодно. Не обязательно на укропе, можно же и маком или грибами, например. Вот ты меня пугаешь. Я не про пирожки, я про другое. А пирожки я доем и возьму еще один, и даже своему напарнику дам, правда. Что за напарник на этот раз? Леш, мне идти надо, правда. Спасибо большое, очень вкусно. Я позвоню. Пока. А, Настя, постой. Пирожки. Да, спасибо. До связи. Костя, ну что, как успехи? Я вот что подумал. Пирожок будете? Да, спасибо. Mm-hmm. Все эти книги по содержанию между собой никак не связаны. И, возможно, их брали просто наугад. Так, допустим, им. Ну, что бросается в глаза, что их 19. А почему это бросается в глаза? Ну как, 19 – это мистическое число. Чего в нем такого мистического? Ну, помните темную башню Кинга? Угу. У него все построено на числе 19. Угу. А Богданов, возможно, пытался совершить какой-то ритуал. А какой именно ритуал? А это нам предстоит узнать. Ну, разве что он пытался вызвать призрака Николая Рубакина. Кто это? Купец Николая Рубакина. Он же завещал после смерти огромную коллекцию своих книг Ленинке. И по легенде, его призрак до сих пор обитает в хранилище библиотеки. Вы это серьезно? Да, конечно. Там до определенного момента даже хранилась урна с его прахом. Нет, я имею в виду, вы серьезно предполагаете, что призрак мог быть причастен к смерти Богданова? Да нет, конечно. Моя версия более реалистична. Я полагаю, что дело Богданова как-то может быть связано с наркоторговлей. И мой шеф сразу сказал мне об этом, но я как-то не придала этому особого значения. Не очень понимаю. Я думаю, что Богданов мог прятать дозы в книжке. И именно поэтому он все время сидел за одним и тем же местом, чтобы рук было не видно. А в дальнейшем его клиенты просто забирали товар, вот и все. А как это относится к его смерти? Я думаю, он мог провороваться. И тогда его сообщники просто отравили его, как в 90-е, знаете? А сейчас, я думаю, нам нужно пойти к администратору и спросить, кто брал книжки после Богданова. Я спросил, никто. Ну, может, просто они должны были брать их чуть позже, но не сразу, со временем, постепенно. А если бы кто-то опередил? Это большие риски. Логично. Не хотите выслушать мою вторую версию? Да, очень хочу, только надеюсь, она более земная, чем первая. Можно и так сказать. Вот видите, так. История дома Башко. Угу. Помните, вы говорили про подземные ходы? Богданов их искал. Не отрицайте, что вы тоже оказалось, что он террорист. Я не отрицаю, но если бы он был террористом, скорее бы его задержали, чем отравили бы. Как посмотреть, возможно, его отравили другие террористы. Вера Владимировна, здравствуйте, это я вам звонил. Да-да, Константин, очень приятно. Добрый день, Анастасия Вяземская. Очень приятно. Вера Владимировна, скажите, вам известно, что вчера в библиотеке погиб человек? Тогда сразу задам дурацкий вопрос. Его мог убить призрак Николая Рубакина? Призрак Николая Рубакина убить? Да вы что? Это как, версия? Призрак Николая Александровича Рубакина никого убить не может. Он только помогает. Помогает? Не серьезно? Вполне. Многие сотрудники библиотеки уверены, что он может помочь найти нужную книгу, если его вежливо попросить. И поверьте, больше ничего мистического в этой библиотеке нет. А число 19 как-то относится к Ленинке? А, это вы Кинга начитались. Абсолютно нет. Ну, разве что в библиотеке 19 этажей.
Точнее, она разделена на ярусы, которых 19. И все умещается? Ну что вы, у библиотеки огромный фонд и много других хранилищ. И места все равно не хватает. Правда, скоро нам выделят средства. Хорошо. А что по поводу подземных ходов? А, Вера Владимировна, простите, но у нас появилось срочное дело, и нам пора. Всего доброго. Вы нам очень могли. До свидания. Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайтесь, если что нужно. А что случилось? Нам нужно срочно вернуться в отделение и проверить там одну вещь. Я не успел спросить про подземные ходы. Да черт бы с ними. Вы что, так ничего и не поняли? 19 этажей. И книжек вы начитали 19. Он брал с каждого по книжке. Поехали. Здравствуйте. Добрый день. Вы принесли то, что я просила? Да. Вот эта книга. Угу. Не скрывали? Вы сказали не распаковывать, я не стал. А что, собственно, произошло? Дело в том, что мы взяли пробы с пищевых продуктов, а книжку так и не проверили. Она, возможно, отравлена? Угу. Или нет? Сейчас и узнаем. Давайте скрывать. Угу. Что будем искать? Закладку. Скорее всего, там будет небольшое количество белого фосфора. Угу. Понял. Смотрите-ка, вот как раз бумажка приклеена, и уголок отходит. Да, пятно такое, как будто кто-то пытался приклеить его назад. Пальцем, указательным пальцем. Молодец. Давайте скрывать. Ух ты! Ребята, отходим! Ну вы что делаете? Там тонкий пористый. Пакетик вроде чайного, а внутри белый фосфор. Ну, может быть, не стало так радикально? Поверьте мне, книга сухая. Я ее открывал. Таким образом, я дал доступ к кислороду. Могло полыхнуть, мама, не горюй. А чего вы взяли, что там именно фосфор, а не кокаин, например? Вы чувствуете запах чеснока? Чувствуете? Все понятно. Богданов делал очередную закладку в библиотеке. Когда понес сдавать книжку, обнаружил, что уголок отклеился. Пытался приклеить его назад пальцем и совершенно случайно отравился. Чему закладывал именно фосфор? Он что, им торговал? Быстро в библиотеку. Анастасия Сергеевна, посмотрите, пожалуйста. Быстрее, пожалуйста, мы спешим. Тут хозяин магазина вспомнил всех покупателей за тот день. Вот. Что это? Покупатель, мужик в очках, с косым пробором, здоровый как лось, в бордовой толстовке? Вот и я не знаю, как это к делу приобщить. Но он по-другому описать не может. Я сфотографирую, чтобы все время с собой было. Угу, спасибо. Да, прямо к центральному входу. Пожарные уже едут. С чего вы взяли, что библиотека сгорится именно сейчас? Я в этом не уверена. Она может загореться в любой момент, как только кто-то повысит содержание кислорода в помещении. Богданов уже мертв, никакого сообщника мы не нашли. Да, но кто-то его нанял. И кто-то выдавал ему эти пакетики с фосфором. И он не знал, что в них, иначе он бы не стал так легкомысленно подклеивать уголок книги. То есть вы хотите сказать, что тот, кто нанял Богданова, хочет поджечь библиотеку? Да, да. А мотив? Может, он псих. Может, он новый Герострат. В любом случае, мотив мы узнаем позже. Сперва мы спасем Ленина. Нам нужно распределиться по 19 этажам хранилища. 18. Одна книга у нас уже на руках. Для скорости нужен один человек на этаж. Нас двое, значит, нужно еще 16 человек. У нас только два наряда. Могу дать 7 человек. Остальные по инструкции должны остаться внизу. Тогда пусть будет два яруса на 15 человек. Принято. Какую книгу ищем? Нам нужна пара минут, чтобы уточнить списки и местонахождение книг в хранилище. И две рации на одном канале с вами. Уже дали? Я сообщу, что за книги. Кирилл, дай две рации. Спасибо. Здравствуйте. Готова? Вот здесь все книги, которые вы просили, но, к сожалению, сборника поэзии персидской нету, он выдан.
Как выдан? Это же Ленинка, здесь же нельзя на руки выдавать. Да, но это исключительный случай. Понимаете, это единственный экземпляр в России, а в университете идет научная конференция, и они получили особое разрешение от нашего руководства за 3 месяца. А конференция где проходит? В высотке МГУ, да? Нет, здесь рядом, на Маховой. Угу. На кафедре зарубежной журналистики и литературы. Значит, вы быстро на Маховую, а пока в хранилище. До свидания, спасибо. Да, до свидания. Пожарный прием. Что у вас, не молчите? 7-й ярус, пока 0. Внимание, всем доложить, 3-й ярус. Нашли рощу любви. Что будем делать? А, несите нашему эксперту, он внизу в холле. А какую рощу брать? Тут 2 экземпляра. А, берите обе. Принято, несу. 1-й ярус. Принято, несу. 3-й на связи, все нашли, спускаем вниз. 16-й нашла, иду на 17-й. Я на 15-м, у меня в руках 4 экземпляра. Несу вниз. Вот, коллеги, потрясающее издание. Мы у Ленинки добились его на несколько часов, чтобы нам его выдали. Кто из вас Перцев Павел Андреевич? Я. Что вы делаете? Держите его! Извините. Вы что? Извините, иначе нельзя. Я нашла еще 2 книги, остался последний ярус, и все книги будут в сборе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думала, все уже ушли. А это что, лифт для книг, да? Он самый. А можно отправить вот эти 2, 4 вниз? Ну, конечно. Угу. Спасибо. Так. Призрак Николая Александровича Рубакина никого убить не может. Он только помогает. Помогает? Не серьезно? Вполне. Многие сотрудники библиотеки уверены, что он может помочь найти нужную книгу, если его вежливо попросить. Николай Александрович, помогите мне, пожалуйста, найти книжку «Осенняя история» Томаса Ландольфи. Я попыталась. Спасибо вам, Николай Александрович. Все? Ну что, все книжки готовы? Да, ваша последняя. Хорошо. Жалко, столько книжек испортит. Ну зачем испортить? Ну вы же опять их все водой зальете, да? Ну зачем же такой вандализм? Наш коллега поместил все найденные книги в специальные контейнеры с сухим льдом. Хитро. Ну что, сворачиваемся? Да, спасибо вам большое. Такая служба. А вы не могли бы все контейнеры нам помочь до машины тащить? Да, конечно. А красиво здесь, да? Да. Нужно будет записаться и посмотреть все получше. Нам нужно срочно установить наружное наблюдение. Все подробности я пришлю на почту. Спасибо. Нормально.
Стоять, полиция! Стоять! Полиция, не двигайся! Руки! Руки! Держать! Руку! Тихо! Лежи спокойно! Все, 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 все. Тихо, тихо, говори. Встал. Голову вниз. Голову вниз, держи вниз. Итак, Василий Сергеевич. Ну, расскажите нам, зачем главному бухгалтеру комбината питания понадобилось запускать кислород в вентиляционную шахту Российской государственной библиотеки имени Ленина? А это что, противозаконно? Противозаконны любые действия, если они могут нанести вред чужой собственности, здоровью или жизни. Ну, а кто пострадал от моих действий? Погиб гражданин Богданов. Я здесь при чем? Вы давали ему белый фосфор, который он закладывал в книге, из хранилища Ленинской библиотеки, с целью последующего поджога посредством провоцирования химической реакции нагнетанием кислорода в вентиляцию хранилища. Ни про какой фосфор я ничего не знаю. А вот ваша супруга, подорожная Татьяна Юрьевна, на вопрос следствия о том, откуда ее мужу мог взяться белый фосфор, сообщила, скорее всего, взял у своего друга Толика. У вас есть друг Толик? Знаете, мы сейчас с супругой делим имущество, поэтому в ее интересах меня говорить. Угу. Ну, допустим, но вы были задержаны с поличным на момент совершения действий, которые впоследствии могут быть расценены судом как соучастие в поджоге. Ну что ж, будем надеяться на гуманность суда. Но смерть Богданова вы мне совершенно точно не пришьете. А я думаю, что когда суд примет во внимание совокупность всех предоставленных следствием фактов, то ваше непредумышленное убийство запросто может стать умышленным. А это, гражданин Одорожный, уже совсем другая статья. Вы вообще слышали о таком понятии «мотив»? Я Богданова не убивал. Про фосфор ничего не знаю. Кислород к Ленинке привез по приколу. Ну, поспорил с мужиками. Последствия не представлял. Угу. По приколу, значит. Костя, а что там у нас с протоколом показаний Шилова? Анатолий Владимирович Шилов, химик, подтвердил свое знакомство с гражданином Одорожным и факт передачи ему 70 граммов белого фосфора. Ваш фосфор убил Богданова. Так что там у вас насчет мотива? Я работаю не только главным бухгалтером на комбинате питания, но еще и веду финансовые дела крупной частной библиотеки, которая претендовала на грант, на реконструкцию. Вера Владимировна что-то говорила. А я списки видел, мы там вторыми шли. И вы решили, что если у первого номера загорит хранилище, то реконструировать будет нечего. И грант автоматически достанется вам. А вы, как финансовый директор, рассчитывали от этого гранта откусить кусок? Вот и основной мотив. Только, а как вы поняли, какие книги и на каких ярусах находятся? Сходил на экскурсию в библиотеку. А как вам удалось уговорить Богданова? Да он у меня денег занимал постоянно. Вот, я предложил заработать быстро. Он согласился. Лишних вопросов не задавал. Очень хотел участвовать в своих Тур де Франс. Деньги копил. Ну, кто же знал-то, что он этот фосфор попробует на вкус? Смотри, это то же С поджогом Ленинки все понятно. Но зачем вам понадобилось сжечь магазин спортивного питания? Да вы что, хотите на меня вообще всех собак повесить? То есть поджог магазина не ваша работа? Нет, не моя. Откуда там белый фосфор? Вот у него и спросите. Владелец магазина вас опознал. Ну что, я там бывал, покупал что-то по мелочи. И как только Богданов погиб, вы испугались. Решили подбросить фосфор в грунт, чтобы подозрения пали на хозяина магазина. Ну зачем магазин-то жечь? Василий Сергеевич, фосфор
В любом случае, уже на вас. Так же, как и причастность к гибели Богданова. Да не планировал я поджигать магазин. Мне нужно было, чтобы этот фосфор просто там нашли. Все. Зашел в магазин, купил какую-то фигню для вида. Пока все отвернулись, высыпал фосфор в катку с пальмой и ушел. Поливать надо было чаще, тогда бы не загорелось. А вы не боялись, что фосфор загорится раньше, чем его смогут обнаружить? Да и хотел зарыть там всю емкость, но грунт был слишком плотный, поэтому я побоялся, что не успею сделать это быстро, незаметно. А то, что он мог вспыхнуть в любую минуту, вас не пугало? Я, может быть, и бухгалтер, но в некоторых науках немного разбираюсь. Для реакции необходима определенная температура. Костя, помните показания хозяина магазина? Да, да. Он когда уходил, выключил кондиционер. Угу. И как только он это сделал, температура в помещении начала повышаться. И фосфор сразу вспыхнул. Вот тебе и непреднамеренный поджог. Ну что ж, теперь, когда картина ясна, нам остается только одно. Предъявить вам обвинение, гражданин Дорожный. Да-да. Есть разговор. Заходи. Что, помощь понадобилась? Да нет, помощь не нужна. Хотелось бы наоборот, чтобы не мешали. И что за новости? Я хотел бы узнать, почему тормозить расследование Вяземской по делу антикваров. А почему никакого дела нет? Есть фантазии. У девочки случилась трагедия. Она потеряла любимого человека. Все, не можешь прийти в себя. Она очень даже в себе. Она нарыла такую информацию, что мы можем одним махом накрыть крупную группировку. И то, что вы, как матерый следак, этого не увидели, у меня есть большие сомнения. Вы ведете какую-то свою игру. И мне кажется, пришло время поговорить об этом со службой собственной безопасности. Ну, молодца. Отлично. Давай поговорим. Давай, давай, что ты. Выведи меня на чистую воду. И дело раскроешь. И крота нароешь, а? Все одним махом. Прежде чем этим заниматься, я хотел бы сам разобраться, поэтому к вам и пришел. Полгода назад Настя расследовала дело о краже кубков. Примерно тогда же ее отцу пришло сообщение на телефон. Это сообщение увидела Настина мать, моя сестра. С тех пор Лидка больше не спит. Текст примерно следующий. Ваша дочь лезет куда не надо. Попридержите ее, иначе она вскоре встретится со своим Артемом. А Настя как раз тогда нащупала связь между этим делом и делами по другим антикварам. Она ничего такого не рассказывала? Она ничего и не знает. Они, вероятно, знали, что она одержимая, поэтому и угрозу послали не ей, а отцу. Поэтому ты решил оградить ее от всех дел, связанных с историческими ценностями? А ты бы как сделал на месте. Наша одна племянница. Да ты не волнуйся. ФСБ по этому делу работает, я им потихонечку Настину информацию сливаю. Ты же видел. Значит, вот почему Плешкова арестовали. Хорошо, забирай папку. Мешать не буду. Не посылай ее больше никуда. Договорились. Мне никогда не стать таким сыщиком, как вы. Ну почему же? У вас есть свои козыри. Например, богатая фантазия. Хотя, конечно, мне кажется, вы занимаетесь не совсем своим делом. В смысле? Ну, в смысле, вам еще не поздно поступить куда-нибудь на литературный, например. Я думал об этом. И что же вас остановило? Вы знаете, я в свое время училась на историческом. А потом пошла работать следователем, поняла, что это мое. А я с самого начала хотела на литературный. Так, но? У меня папа полицейский. Очень хороший человек. Я думал, что ему будет приятно, если я продолжу его дело.
Вы знаете, Костя, я уверена, что ваш папа вас поймет. Нужно заниматься тем, что вам действительно интересно. Думаете? Я уверена, что вы будете прекрасным писателем. А если вы напишете детектив, то я с удовольствием его прочитаю. Обещаете? И даже возьму у вас автограф. Константин Ладашкин. Это звучит? Спасибо. И вам. Было приятно. До свидания. Кстати, недалеко есть один хороший ресторан с летней верандой. Здорово. Как-нибудь обязательно сходим. Но сегодня у нас по плану духовная пища. Понятно. Я с тобой уже таким духовным стал, что либо в монастырь, либо стихи писать. А можно, пожалуйста, второй вариант? У тебя серьезные планы на меня, я смотрю. О, ты, кстати, знала, что в старых книгах иногда прячут деньги? Ну да, слышала, конечно. Но не находила никогда. А ты? Может, поищем? Давай. Так. А, так, я сейчас быстро, ладно? Здравствуйте. Здравствуйте. А, это вы? Я вас ждал. Вот. Держите, как обещал. Спасибо. А в Ленинке уверены, что у них был последний экземпляр? Ну, в Ленинке, конечно, не дураки работают, но мы тоже милые камшиты. Подождите, а почему был? Мы его утопили. Однако. Да. Вот нужно вернуть. Спасибо вам огромное. Желаю удачи. До свидания. Ну, все. Денег нет. Сочувствую. Ого. Хорошо, что у него уголовный кодекс. Лирическое настроение? Надо этим воспользоваться. Известно в жизни все лишь суета-сует. Что было, то прошло, что будет неизвестно. Так не тужи о том, чего сегодня нет. Ты читай. Готовился? Ты читаешь по губам? Конечно. Это хорошо.